Сериал «Ольга», 2016 год. Ольга воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Аня учится в ПТУ, думает, что она единственная и адекватный член семьи, и в ее жизни все будет по-другому. Младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет. Отец Ольги, Юрий Геннадьевич, бывший футболист, крепко выпивает и постоянно врет, из-за чего часто попадает в передряги. А сестра Лена пытается жить за счет мужчин, в основном жена. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью и редко думает о себе, до тех пор, пока в нее не влюбляется Гриша, молодой и положительный водитель катафалка «Соболь». Ольга – российский комедийный телесериал о жизни простой русской женщины из московского района Чертаново. Телесериал транслируется на телеканале ТНТ с 5 сентября 2016 года. Главную роль в сериале исполняет Яна Троянова. Производством сериала занимается компания Good Story Media. Премьера второго сезона состоялась 4 сентября 2017 года. Приятного просмотра! Сериал «Ольга».